На танцах. 3,5 коллеги. Вообще-то я беру качество. Ты бери количество. Количеством я беру в нерабочее время. Как ваша фамилия? Я вас на танцы запишу. А не получится. На йогу пошли, да? Нафиг я пошла. У нас, конечно, дико дорого. Хорошо, что я здесь работаю и могу так заниматься. Хотя, если группу не наберу, тоже нафиг пойду. Милые дамы, лежите, лежите, не вставайте. Я приглашаю вас всех на занятия танцами. Как говорится, йога йогой, а танец – это вам не на полу лежать. Виталий Минич, вторую группу нужно открывать. Первую надо закрывать. Витамин меня увольняет. Есть у кого идеи, куда можно на работу устроиться? В стриптиз пойти для бедных. На девичниках перед золотой свадьбой, опять же. Ручка нынче в цене. Ну ладно, что ты, я пошутил. Не обижайся. Не-не, все супер. Спасибо за идею. Мама, а что ты здесь делаешь? Хочу на йогу. Захотелось физической нагрузки. Хочешь нагрузки, я с тобой дома потанцую. Люблю тебя. Эй, девчонки, хотите затучить с реальными самцами? Страшненькие они. Не наш вариант. Чё, погнали? Погнали.